серьезно. Всем привет, меня зовут Сева Шульгин. Меня Григорий Йохтов. И мы хотели бы с вами поделиться нашей историей о том, как мы оказались запертыми в джунглях. То есть мы сюда приехали сначала покататься на серфинге в начале марта, когда все было достаточно спокойно. Гриша прилетел 16 марта. Из Нью-Йорка. Из зоны риска. Из зоны риска. Да, но уже на момент съемки прошло 2 недели, так что я вроде бы в порядке. Да, вчера, кстати, у нас был день X. Вчера мы ждали, как мы все знаем, инкубационный период у вируса 14 дней. Вчера был 15-й день уже. И поэтому, все равно, не скрывал, но напряжение все-таки было небольшое, внутреннее, о том, что... За руку не здоровье. Да, что кто-то сухо начнет кашлять и задыхаться ночью. Поэтому у нас, кстати, сдох Умбыш, который мы нашли сегодня нулевого пациента, мы об этом вам расскажем попозже. Летучий, конечно. Летучий, да. Не суть. В общем, Коста-Рика, джунгли на границах с Панамой. Вы должны понимать, что это вообще in the middle of nowhere. То есть глубже и дальше собраться, наверное, вообще нет возможности ни у кого. Потому что дальше это только резервация индейцев Гуайми. Куда мы с этим тоже сходим, мы расскажем вам об этом укладе жизни. Ну а сейчас у нас какая идея? Рассказать и показать несколько лайфхаков, которыми мы начинаем пользоваться, так как период нашего пребывания здесь не определен. Будем рассказывать о каких-то лайфхаках выживать в джунглях. Вот. Начнем с первого выпуска, он будет самым, надеюсь, простым. Самым востребованным? Да. Это добыча лимона. Да, лимоны в джунглях оказался незаменимым продуктом. Я не знаю почему, какая-то потребность организма в этом, что количество лимонов, которые мы потребляем здесь, оно какое-то запредельное. Мне кажется, мы в Москве съедаем сами примерно столько, сколько здесь за одну неделю. Да, но мы здесь посчитали, что мы в неделю съедаем 10 килограмм. Как съедаем, это же надо понимать, лимонад, рыбу полить, салатик заправить. Салатик, где вот мы... Глаза кому-то. Манговый салат с папайей, вот как ты любишь, да, то есть ты приправляешь. Издеваешься над людьми. Лимонов хоть много, да. В общем, мы зажаты в тиски жизненных обстоятельств, и мы вынуждены выживать. Для того, чтобы выжить, мы учимся многим вещам заново. В частности, как добыть лимоны. Вопрос открытый. Да? Для любого человека в городских джунглях всегда несколько насущных вопросов. Один из них – как добыть лимоны. Если ты не можешь выйти в магазин, не имеешь такой возможности, если ты заперт, как будто мы в джунглях тоже заперты, каждый из нас должен уметь это делать. Поэтому мы будем снимать программу о том, как что-то добыть. Будь то лимоны, будь то орехи, будь то мясо птицы, будь то рыба. Так что, какой у нас сегодняшний план? Мы, как обычно, проникнем на участок чьей-то частной собственности и попытаемся украсть лимоны. С деревьев. А какие риски? Григорий, подскажите, какие риски, когда мы... Риск вообще основной один. Это мачете в руках любого местного человека, потому что они все здесь с ними ходят. Видимо, это такой инструмент выживания. Но выбора у нас нету. Мы должны прибегнуть к этому способу добычи лимонов, ввиду того, что у нас осталось совсем мало денег, а сколько нам здесь предстоит жить, мы еще пока не знаем, мы не догадываемся, может быть месяц, может быть два, а может быть и полгода. Ну что ж, давайте начнем наш первый выпуск, оставайтесь с нами, и вот сейчас, смотрите, такой очень простой секрет, вот я просто хлопаю в ладоши, и мы с вами оказываемся в джунглях. Смотрите. Не оказались? По-моему, нет, да? Что-то еще раз, да? Давай еще раз.
стоп. Como se dice, ladrones.